Максим, доброго дня. Расскажите, какой товар или какую услугу вы представляете? Мы представляем торговую марку «Москвичка». Компания на рынке более 15 лет выступает, рекламируется. Основное направление наше – это товары для консервирования. Так, я смотрю, вы пришли как раз не с пустыми руками, а с опытными образцами. Если что-то очень хочется, то можно показать нашим уважаемым зрителям. Ну, с удовольствием. Вот одна из популярных наших моделей – это машинка «Москвичка» закаточная. Вот, пользуется спросом. Я так понимаю, что это категория такая локомотивных продуктов, основных, которыми вы занимаетесь. Да, это ведущая линейка продуктов. Помимо этого, ну, у нас есть еще и крышки, то есть основные элементы для консервирования, да, скажем так. Помимо этого еще и куча приспособлений всевозможных, наборы. В общем, компания преследует цель свою, да, наполнить дом уютом, поэтому все приспособления всевозможные для хозяйства, ну, для хозяек на кухне вот представлены. Аналитики говорят о том, что сейчас снижается покупательская способность, и компании каждый день борются за внимание нового клиента. Что вы делаете для того, чтобы таких клиентов привлекать и удерживать? Ну, мы стараемся взаимодействовать, прислушиваться к своей аудитории, да, учитывать все пожелания к продукции, да, вот именно, ну, к женщинам, к хозяйкам именно. Ну, смотрим в будущее, стараемся находить новые способы, как удовлетворить потребности, ну, наших хозяек. Заключительный вопрос. Что больше всего в этом году хозяйки консервируют на кухне? Ну, в этом году лето холодное, очень много грибов. Прям очень много. То есть я думаю, что еще эта осень нас порадует еще дополнительным урожаем грибов, так что ну, зима будет, ну, такая сытая, скажем так. Запасайтесь товарами торговой марки «Москвичка», делайте самые вкусные соленья, радуйте своих родных и близких. Спасибо. Всего доброго, вам тоже спасибо.